Всем привет! Снова у нас фольц вернулся. Поменять подшипник ступичный задний. Это у нас черный универсал. Сейчас я вам покажу, что там приключилось. Ну а пока что немножко вот о таком подшипнике. Это комплект подшипника. Вот. Я такого даже и не слышал. И не видел. Эксперт. Реп-эксперт. Ну, зато здесь есть смазочка, как у Руильфа. Черный сальник. Черные сальники мне не нравятся, они плохо сидят. Вот такая вот крышечка, как всегда. Корона из довольно толстого металла. Шплинт. И два подшипника. Внешний и внутренний. Вот такие вот дела. Сейчас мы еще смерим с диаметрами, которые там стоят, и посмотрим. Что-то мне так показалось, что он здесь внешне больно тонкий. Больно мелкий. Ну, сейчас проверим. У меня есть старый, я на своем-то недавно менял. Сейчас посмотрим. Всем привет! Всем доброго времени. Это видео о том, какой комплектности приходит вот такой вот подшипник ступицы Passat B3. То есть внутренний, наружный, крышечка, шплинт, корона на гаечку и сальник. Больше в этом комплекте ничего нет. Сколько ходит, проверим в будущем. Ну а пока я его начинаю менять.